готов. Да? Видимо, я что-то упустил. Нет. Я по глазам вижу. У тебя в глаза все написано. Никто никогда меня так не любил, как ты. Дочка, может быть, мы перекурим по сигаретке? Прямо в номере? Да, конечно, конечно. Я это тут открою. Стоку. Да, слушай. Не выходит у меня из головы то, что ты рассказала про ребят. Неужели они действительно убили? Владик, ну это не в огород. Начнется, и они твари поганые, я их ненавижу. Я не хочу видеть их. Владик, нет. Прости, да, прости. А? Прости. Слушай, а как ты там вообще оказалась? А я по холмам хожу, я каперсы собираю. Ага. Я их солю, они даже лучше итальянских, ты должен попробовать. Я могу, да? Обязательно. Знаешь, я там немножко только соли кладу. Все-таки вот ты идешь и собираешь, и дальше. Дальше что там было? И я услышала выстрел. Там у нас кони в рыбачьи, и я подползла, чтобы меня не было видно, и они. Он за одной партой с Ильей Кудиновым. А Илюша там тоже был? Да.